Даже многое зависит от стабилизатора, поэтому каждый спортсмен подбирает стабилизаторы, их очень много моделей под себя. Все индивидуально подбирается. Даже луки, стрелы, все индивидуально. Это блочный лук. Таких всего несколько штук в стране. Один из них принадлежит спортсмену-паралимпийцу Михаилу Диктованному, чемпиону и рекордсмену мира по стрельбе из лука. В химкинских школах он проводит уроки доброты. Рассказывает ребятам, каких успехов могут достигнуть люди с особенностями здоровья. Вот это стрелы. Это летние стрелы. Тоже, как я и говорил, без поддержки государства мы бы не смогли выступать, потому что их требуется очень много, они бьются на тренировках везде. Поэтому давайте я передам вам, если вы хотите, посмотрите, да, поддержите. Только осторожно, осторожно, не крутите. Да, это очень. Не очень, ну в том плане можно потрогать наконечники, выйти их можно. На этот раз урок доброты прошел в детской школе искусств имени Верстовского. Ребят впечатлили награды спортсмена. У нас всего несколько человек в мире, инвалидов. Кто смог, такое. Ребята узнали у спортсмена его секрет успеха, как он завоевал свои медали и сколько мишеней нужно на тренировке. В конце встречи совместные фотографии и добрый жест от воспитанников школы искусств. Побывали на уроке доброты Ксения Каретникова, Николай Забродин, служба новостей.